Парламент, вернее, правящая коалиция сегодня проголосовала за документ под названием «Национальная стратегия обороны». Через полчаса выяснилось, что у президента, как у верховного главнокомандующего, в отношении обеспечения безопасности страны и ее граждан есть своя позиция. И она в краеугольных моментах не совпадает с видением правительства и парламентского большинства. Таким образом, опять налицо противоречие главы государства и законодательной власти. Но на сей раз и ставки гораздо выше, ведь речь идет о самом важном, о нашей безопасности. Итак, чье видение является более предпочтительным? Кто учитывает реалии сегодняшнего дня, а кто политизирует тему и думает о грядущих выборах? Вопросы, которые ждут честных и принципиальных ответов. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня помогать мне раскрывать эту непростую тему будут мои гости, депутат парламента, представляющий партию социалистов Республики Молдова, Григорий Новак. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Корнелий Чурий. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Кроме всего прочего, поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефонов. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, начинаем. Я прочла два документа сегодня очень внимательно. Насколько это было возможно, изучила все детали, которые там представлены. И знаете, к какому выводу пришла? Такое впечатление, вот, что у нас, когда телезрители будут смотреть, некоторые, наверное, подумают, ну, в разных странах живет президент и правящая коалиция. Это первое такое впечатление. Ну, не знаю, давайте вот сейчас разбираться, в чем разница подходов вот в этих документах. Господин Новак, вам слово. Ну, разница в том, что в первую очередь президент руководствуется национальными интересами. А то, что не, в принципе не совсем совпадает с интересами правящего большинства, которое вот мы видели, как они зачастили за океан. Мы видели, что в последнее время происходят вещи, на первый взгляд, вроде бы банальные, так, но даже я сегодня написал в соцсети про такой, скажем так, подарок посольства в США, нашего республиканского стадиона, которое еще официально, то есть нету до конца подтверждения, что он попадет в руки, но, по крайней мере, вчера правительство приняло документ, в котором уже дала, скажем так, зеленый свет данному проекту. Но, возвращаясь к данной проблеме, действительно, там... Я изучил внимательно все эти документы. Это довольно большие документы, которые стоят... Там мелочей не бывает. Угу. Потому что, по сути, стратегия национальной безопасности стоит на основе стратегии национальной обороны. Вот это разные концептуальные... Два важнейших документа. То есть, но первоначально это идет... Стратегия национальной безопасности. Оттуда уже идут другие документы, которые разрабатывают эксперты в области обороны. Угу. Естественно, когда президент предложил свое видение по данному проекту, оно никак не совпадало с видением большинства, и они начали вносить разного рода, скажем так, поправок. Там можно встретить такие термины, как, скажем так, военный контингент Российской Федерации, военные формирования Приднестровья. Там чуть не Россию не называют агрессором. Ну, пару там шагов от этого, скажем так. Угрозы называют. Если угрозы, откровенно говорить, то вот в угрозах в этом разделе. А тем самым они не замечают, что у нас есть Конституция. У нас в Конституции написано, что мы нейтральная страна. Мы по Конституции страна, которая никогда не претендует на какие-то региональные конфликты и так далее. Мы наоборот хотим мира, хотим спокойствия. Мы маленькая страна, но должны делать большую политику. Поэтому... Вот такого рода, скажем так, формулировок в этой стратегии, она как минимум портит отношения с нашим стратегическим партнером, традиционным стратегическим партнером, с Российской Федерацией. Мы, естественно, не могли поддержать и не могли голосовать за это, потому что это полный бред, что они там написали.
мягко говоря. Но меня, у меня, как у, даже не как депутата, а как у рядового гражданина, раз мы нейтральная страна, с какого лешего у нас появился офис НАТО в Кишиневе? Ну что им тут искать? А разве посольство США, которое на сегодняшний день, оно есть уже сколько лет? Что им там тесно, не хватает или хотят военную базу? Справедливости ради отметим, что посольства в этой местоположении посольства в документах нет. Но я нет, поняла вашу мысль. Я говорю почему? Потому что мелочей тут не бывает. Вот оно все происходит. Мы видели, что, скажем так, первые вагоны состава ДПМ, они зачастили за океан. Там. Вот, буквально опять недавно тоже опять были. То есть вы видите в этой концепции некую ангажированность и видите ее со стороны Соединенных Штатов. Эту концепцию не писали. Нет, я пытаюсь формулировать просто Я скажу уже более прямо. Так. Эту концепцию не писали в офисе ДПМ или, скажем так, не советуясь с экспертами в области безопасности и обороны. Им принесли документ, вот, уважаемый, то же самое, как и с кодексом радиовещания, там, со всеми. Они им дают документ. Вот кто он. Дает? США. Спасибо. Господин Чуря, в чем разница подходов в этих двух документах? Ну, давайте я единственный из вас двоих скажу, из нас трех скажу, что я прочитал эти документы, но не могу сказать, что отнесся к этому чтению очень серьезно. Я и раньше читал и прежние документы. И, в принципе, нужно сразу же сказать, что эти стратегии, они не столь малозначащие документы для нашей государственности. В принципе, суть этих документов, стратегии, в данном случае стратегия национального уровня, состоит в том, чтобы не рассказать об истинных намерениях, которых, в принципе, и мало кто знает. Скрыть, не сказать четко. Вот в стратегиях, например, США очень четко написано, что угроза исходит от Китая и России. Или раньше было там, раньше была ось зла, там как-то это выражалось. У России, например, написано в документах, что мы не позволим там проводить революции оранжевые и так далее. То есть обычно большие страны очень четко в своих стратегиях национальной безопасности и обороны указывают на что. Те или иные аспекты. У нас наоборот. И я бы не сказал, что между этими двумя документами после моего поверхностного чтения большая разница. Наоборот, насколько я понимаю, были замечания президента по этому документу, которые частично были приняты. И принятие тех замечаний, я не видел изначальный документ, но мне показалось, что итоговый документ, он очень размыт. И там не очень четко указано приоритеты. Например, вот вы говорите про Россию, про контингент, а Россия впервые поднялась на второе место там после НАТО, вот указаны акторы. И Россия там довольно высоко, правда, там не говорится о дружественном. Вы невнимательно читали документ, потому что когда речь шла о двусторонних отношениях военных, союзах, так вот, да, вот, значит, имеется в виду сотрудничестве, вот, если правильно, и там было перечислено очень много стран, наверное, стран 20, так вот Россия там была 19-я. Я говорю, нет, но мы говорим я про... Я вот просто вам тоже даю сравнительную информацию. Я указываю на ту статью, где очень важно указать, что с НАТО у нас сотрудничество. Потом идет Россия, потом идет Украина и потом идет США. То есть поочередность такова, что Россия находится на втором месте. Правда, конечно же, там не говорится о том, что мы там будем дружить. Там будут определенные... отношения в связи с Приднестровским конфликтом и... Нет, там в одном из разделов действительно вот в угрозах идет Россия. Объясняется, почему. Если позволите, я буду прям цитатами, да? Вот для вас, а для телезрителей. Россия, так это мы не только... Как раз здесь очень последовательно, потому что мы недаром подняли вопрос на заседании ООН. Или, скажем, давайте другой момент. Здесь я... Конечно же, между президентом и по отношению к России и большинством есть определенные различия, но по отношению опять к нейтралитету. Вот кто большое мне может... различие. Давайте мы сейчас давайте по очереди разбираться. Да, вот вы затронули Россию. Я сейчас вот буду примерно цитаты вот из документа. Вот смотрите: у коалиции в плане угроз названа одна страна — Россия. Вот смотрите.
На территории Республики Молдова дислоцирован воинский контингент Российской Федерации, да, оперативная группа российских войск, находящаяся на ней без законного согласия. Ну, подождите, ну, вы нетерпеливы сегодня. Значит, находится без законного согласия Республики Молдова в противовес конституционным положениям. Это присутствие представляет собой риск, да, для национальной безопасности. Я говорю здесь об угрозах. Да. В контексте возможной эскалации региональной ситуации. Да. Но самое интересное, что там еще в этом же документе речь идет о пропаганде. Давайте с трех раз попытаемся угадать. Господин Новак, когда у нас говорят о пропаганде, какое вот прилагательное обычно говорят? Какая у нас пропаганда? Сразу... Понимаете? Да? То есть вот здесь все... прямая угроза России. Но это же и больше ни одной... Правильно. Нет, вы говорите, как описана Россия. Я вам говорю. А теперь, если бы вы внимательно прочитали президентский документ, то, на мой взгляд, это, в принципе, это верно. Он скрывает. Он скрывает, что Россия угроза. Хорошо. Я не знаю, как он это квалифицирует. Что он там скрывает? Я бы сказала, что в формулировке там более мягкий. А в чем там, в принципе, угроза? Вот я не могу понять. Но в документе, кстати, военный написано, контингент, который находится на левобережье, он не просто так, если вы помните, это был подписан двухсторонний документ еще в 92-м году. И те, вот все молчат об этом и не говорят, что он на основании подписан тогдашним еще президентом Снегуром. Уже давно сделали различие между миротворцами и тем контингентом. Вам не нравится слово контингент, но он же там существует. Смотрите, как говорит президент. И официально мы требуем вывода этого контингента. Господин Чурин, господин Новак, смотрите, как президент, он не скрывает, что у нас есть эта проблема. Да? Он говорит о содействии. Вот, я же говорю, разница не такая большая. О содействии, нет, секундочку, огромная. Все-таки он угрозы России, угрозы он России не называет. Вот давайте так, честно, да? Он еще завершение процесса вывода иностранных войск с территории Молдовы. То есть такие слова тоже есть, совершенно понятно. Жабель, то есть он проблема, когда на твоей территории находятся чужие войска незаконно, это угроза или это не угроза? Если с ними необходимо договариваться. Да? С войсками, с автоматами. Не с войсками, а с той страной, которую мы считаем, что она их разместила. Нет, с автоматами уже пытались один раз договориться. Нет, вот я поэтому, зачем наступать на те же грабли? Какие автоматы, о чем вы говорите? Вот здесь как раз это более четко названо. Но это в свете и тех резолюций, которые были приняты и ОБСЕ, и ООН, и в Совете Европы. То есть следствие всей этой политики, которую проводит наше государство. Хорошо. Открыто мы проводим эту линию по выводу войск. А Россия не хочет. Вследствие этого она есть угроза. Я почему-то считаю, что президент не считает Россию угрозой. Я думаю, господин Новак согласится. Но давайте президент считает ее проблемой. Чтобы не пропустили одну тему. Ну, в этом разница. Это большая разница. Конечно, большая, потому что... Господин Чурин, я хотел бы напомнить одну вещь. Извините, Людмила. Вы помните? Мы просто сейчас уйдем не заметил... в сторону Приднестровского, нет, опять же, конфликта. Нет, я что-то не помню, не увидел, скажем так, российской военной техники, чтобы она гуляла по Кишиневу. На параде. А вот американскую я видел. Ой, и вы серьезно это считаете, что американская техника приехала в Молдову угрожать чем-то? При чем тут угрожать? Я говорю, давайте тогда вернемся. Я говорю о том, что я видел. Давайте, вот к НАТО. По сути, давайте по НАТО тогда обсудим, потому что если вы затрагиваете вопрос... Вот что по НАТО. Да, коалиция. Вследствие решений Варшавского саммита НАТО, господин Новак, наши депутаты знают, что после Варшавского саммита был еще Брюссельский. Вы не могли бы подсказать это членам нашей правящей коалиции, что уместнее все-таки ссылаться уже на этот саммит? Да? Там были важные моменты были затронуты. Господин Чурин, вы точно знаете. Ну, откройте им эту тайну. Значит, вот вследствие решения этого саммита ожидается рост военного присутствия на восточном фланге Альянса, а также консолидация партнерских отношений, в том числе с Республикой Молдова. Вот честно говорит, что нам нужно ожидать вследствие решения этого саммита, что наше партнерство с НАТО, значит, будет расширяться и углубляться. Президент НАТО говорит совершенно в ином ключе. Знаете, как он говорит? Нам необходимы конструктивные отношения с НАТО. Он говорит об этом при условии, что НАТО соблюдает принцип нейтралитета, прописанный в Конституции. Есть разница? Небольшая разница, во-первых. Во-вторых, брюссельский НАТО
брюссельский саммит НАТО только подтвердил, в принципе, то, что было зафиксировано и в Варшавском. Ничего там обратного не произошло. То, что они обсуждали, 2%, 4%. То есть, 4%. Зря сейчас страны В Румынии, например, появится новое командование. И тенденция на увеличение войск, штабов, да, присутствует. Угу. И в этом смысле брюссельский саммит ничем не отличается от Варшавского. Даже больше. Он это увеличивает. Там же в документе ясно указано, что мы принимаем во внимание вот эту тенденцию, но там не говорят, что мы войдем в НАТО, мы будем сотрудничать с НАТО. Ну, как вы говорите, имеют в виду, знаете, вот вы сейчас президента Додона подозреваете, что вот он имеет в виду это, сейчас. А здесь... То есть вы же как бы за президента додумываете, вы говорите, он все-таки это имеет в виду. А вот когда читаешь этот документ, вот мы тоже вправе задуматься. То есть вы поняли, что мы входим в НАТО? Нет, я не поняла, что мы входим, но я сомневаюсь в том, что наше сотрудничество с НАТО будет иметь тот характер, о котором говорится в этом документе. Я думаю, что он будет гораздо плотнее, вот они не скрывают, кстати, по миротворческим операциям, вы заметили, что там НАТО не фигурирует, а фигурирует и в Евросоюз, фигурирует, по-моему, ООН, но ОБСЕ, но только не НАТО. Тогда я вам говорю из фразами из этой же, собственно говоря, концепции. Что говорит коалиция? Во-первых, нейтралитет. Вот вы все время меня уводили, да, без того, чтобы... Тема. Вот, вы меня все время уводили от главного момента, что я хочу донести до наших телезрителей. В чем-то разница этого всего? Что президент, когда он составлял вот это свое видение, да, он из чего исходит? Что нам необходимо международное гарантирование, да, нашего статуса нейтралитета. И приводит страны, как это было, Швейцария, Австрия, Лаос, Камбоджа, Ирландия, Мальта. По-моему, он и Украина говорит, значит, что должна признать наш нейтралитет. Вот коалиция. Коалиция поступает интересно. Нейтралитет, как они говорят? Ну, во-первых, нейтралитет означает неизолированность. Ну, понятно, мы это слышали. Далее. Развитие геополитической ситуации на региональном и глобальном уровне демонстрирует, что безопасность значительно перевешивает возможности государства, сетуют они, да? Указывая на то, что их следует строить на основе эффективного сотрудничества с вовлеченными сторонами. Загадочная формулировка. И далее поясняют. Используя существующие партнерства, вот вам, кстати, углубление, да? А также инициируя новые партнерства, говорят они, в соответствии с национальными интересами. Вот вы сейчас говорите, а получается, что у нас расширение, новые программы. Вот вы сейчас прочитали, а наши зрители ничего не поняли. Именно на... Кстати, я тоже. Потому что очень размытые формулировки. Вам передам. Очень непонятные формулировки. Но это все претензии к коалиции. Уж как говорится, что ну, написали, то читаю. А я вам с самого начала сказал, что это непонятный документ, написанный в очень таком... сложном языке, и из него очень трудно что-то четкое подчеркнуть. Хорошо, что тут эту формулировку еще не сформулировал господин Луп, а то вообще там... Ну, вы же как-то обсуждали. Вот сейчас господин Чуря говорит, слушайте, вот вообще мы не понимаем, о чем идет речь. Сейчас господин Чуря не понимает. Очень сложно. Как-то мне сложно вот представить, как наши депутаты вот вникали во все эти тонкости. Вообще вникали? А кто вникал там? Это, там максимум, кто вникали, там, не знаю... 2-3% депутатов, максимум те, которые входят в комиссии по нацбезопасности. Угу. Потому что я сегодня общался вот с моим коллегом Смитрюком и с Лабунцом, которые входят в эту комиссию. Они, да, действительно вникали и еще указали, было выступление наших товарищей, которые в том числе сделали ссылку на законы, которые были нарушены при подготовке вот этой концепции. И это уже говорит о том, что это был профессиональный подход. Но, к большому сожалению, у нас депутаты, коллеги, вот, которые в парламенте, они делают вид, что, может быть, слышат, может быть, вообще не слышат. Вообще, конечно... Аргументы вообще никак не клеются к ним. Аргументы. Вот, причем нормальные аргументы. Я не говорю о том, что, вот, к примеру, проект стратегии и обороны, в принципе, содержит концептуальные расхождения, которые требуют стратегии национальной безопасности Республики Молдова, которая, кстати, была принята еще в 2011 году. Да, давно. Понимаете, уже был другой вариант. Два документа, два важнейших документа. Один из них по весу, вот он важнее, а второй исходит из первого.
А тут получается, что второй вообще полностью меняет все, что написано. Нужно объяснить, почему до сих пор мы не имеем актуализированный вариант стратегии национальной безопасности, который, я согласен, является ключевым документом, из которого должен вытекать. Кстати, господин Чуря, что имеем, то и обсуждаем. Эта стратегия национальной безопасности была принята в 2011 году, и большинство этих депутатов, которые сейчас в парламенте, вот 20-го созыва этого, они за это еще голосовали. Возможно. Вы понимаете, до чего дошел маразм? Они за это голосовали. Сами они сейчас противоречат себе же. Ну хорошо, давайте немножко тогда по странам вот конкретнее, для того, чтобы телезрители наши понимали. Соединенные Штаты Америки. Вот если так вот разобраться и сказать очень кратко, то представители правящей коалиции надеются, а президент уверен. Вот как-то так. Вот смотрите, что сказано в тексте. Республика Молдова продолжает надеяться, считают члены правящей нашей коалиции, на поддержку Соединенных Штатов Америки, стратегического партнера страны, кстати, да? Понятно. Конечно. В консолидации и продвижении основных реформ, необходимых в области безопасности и обороны страны. Президент говорит по-другому. Я верю, что позиция США будет направлена на безусловное соблюдение, признание и уважение всех норм и принципов демократически принятой Конституции Республики Молдова, в том числе в отношении статуса постоянного нейтралитета. То есть, Они не противоречат друг другу. Взаимодополняют, я бы так сказал. Вот вы возьмите то, что написали большинство, то, что написал президент, объедините, Знаете, вы увидите, что там противоречия нет. Да, вот в отношении стратегического партнерства. Соединенные Штаты Америки у нас стратегический партнер у правящей коалиции, а Россия там упоминается в качестве двухсторонних отношений, где-то там, близко, после Испании точно. Понимаете, не в обиду будет сказано Испания. Например. Как по-другому? Они же должны, вот, Людмила, вы тоже должны понять и так называемых наших демократов, которые никакие не демократы, они должны понравиться в том числе своим кураторам из океана, это первое. Второе, они должны сдержать обещания данные, потому что на сегодняшний день демпартия полностью себя дискредитировала в Европе. Единственный шанс зацепиться политически и, скажем так, надеяться на политическую поддержку одного из сильнейших геополитических игроков, это США. Хотят они, не хотят, но они, может быть, хотя, скорее всего, я уверен, что есть там депутаты, те даже, которые ушли из ПКРМ и примкнули к Демпартии, которые тоже не согласны с этим, но голосовать надо. Понимаете, в чем дело? И поэтому я вы видели, что сегодня кто-то задавал вопросы, вникал, объяснял, разъяснял это. Мне хотелось бы, чтобы задавали вопросы, вникали и разъясняли, потому что, в принципе, документ на самом деле очень важный. Конечно, важный. Одно уточнение. Вот то, что в документе есть определенные лестные слова в адрес США, я думаю, это не страшно. Маленькие страны в своих документах могут себе этого позволить. Вот в то же время маленькие страны, конечно, желательно не лаять на слонов. Я хотел бы уточнить, вот я пропустил в своем чтении, называется Россией очень четко угрозой, Россия это угроза для Молдовы. Это именно в этом в разделе, где оговорятся вот факторы. Россия может... То есть вот так было сказано, я вам прочла, отсюда можно сделать вывод о том, что, давайте я сейчас постараюсь найти, вот присутствие. Представляет риск для национальной безопасности. Да, сама Россия не присутствует. Это совершенно разные вещи. Я, в принципе, это и прочла. Вот, кстати, я поэтому... Это сейчас я просто вам самое важное. Про Россию там понимаете? Совершенно другое написано, что она должна участвовать, очень важный участник в формате разрешения Приднестровского конфликта, и мы ожидаем от них позитивных шагов в разрешении этого конфликта. Вы считаете, что Молдова, она отделяет в своем восприятии те, как вы говорите, войска и Россию? Мне почему-то всегда казалось, что это была единая позиция. Тогда зачем мы обращаемся к России? Россия не называется угрозой. Называются угрозой российские войска, которые незаконно находятся на нашей территории. Ну это же естественно. То есть вы считаете, что это разные вещи? Секундочку, почему? Назвать ее войска и страной? Я говорю, что документ проводит различия. Про Россию
в одной главе говорится, и там говорится про позитивную роль, в другой главе говорится про угрозы. И это российские войска. Вот, то есть Соединенные Штаты не представляют угрозы для других стран. А вот, у нас вот, нет вот, их войск на наших территориях, причем незаконные. Хорошо. Это я господин Чур, я вам открою тайну, они даже гуляют по... Ну, бросьте, один раз приехали показать свои войска и фотографировать. Не-не, есть другие, просто вы их стараетесь не видеть. Я говорю о другом. Вот в чем состоит вот эта незаконность? Вот да. Я об этом, когда был подписан двухсторонний документ. Объяснял, что в чем? Есть... В чем? Вот в чем? А что, он потерял свою актуальность? Какой документ? 92-го года? Да. Но это было про миротворцев. А кроме миротворцев, есть еще ограниченная группа российских войск. Вот эта группа российских войск. Кто считает их агрессором или еще чего-то? Насколько я понимаю, вы должны это знать лучше. По миротворцам есть отдельный список, и они приезжают в Молдову и проводят ротацию абсолютно законно, и мы их не высылаем, а наоборот, они едут в Приднестровье. А по остальным, которые не находятся в этом списке, там, наверное, 500 или я не знаю сколько человек, их высылают обратно, потому что они не имеют никакого юридического лица. Дело в том, что только Молдова и посредники, да, исключая Россию, считают, что необходимо делить на миротворцев и нужно делить на... Я понимаю, что а Приднестровье и Россия, они не разделяют ни миротворцев, ни ограниченный контингент. То есть это те люди, которые охраняют склады и все остальное. То есть, в принципе, с Россией и до сих пор спорят. Но, Вот хороший вопрос возникает. Вот представьте себе, что выводим всех. И миротворцев, и... Нет, это другой вопрос. Выводим, да, теоретически. Мы не надо выводить секундочку. Это кто будет осуществлять охрану вот в колбасне, к примеру? Вот никто не знает, господин Новак, но все спорят. Давайте все-таки вернемся к этому вопрос, он не обсуждается. Документу. Вот, потому что я вас тут поймал, а как решить его? Потому что там большинство вот этих хранилищ, что находится там, оно невывозимое. Так договориться, чтобы наши войска постепенно взяли под контроль. Например, я даю. Или какой-то международный контингент постепенно с нашего соглашения. Это мы должны дать на это соглашение. Секундочку. Если Россия должна держать там под контроль, они не там же останутся? Кто? Ну вот это арсенал. Если мы согласимся, то часть останется, приедут другие. Нет, подождите. Вы уходите от ответа. Я спросил. В случае вывода вот миротворцев и так далее... Да. Кто осуществляет охрану вот этих объектов? Вопрос. Кто? Значит, миротворцы находятся в зоне безопасности, и они работают... То есть не выводим их уже? Они не ставятся вопрос. А давайте мы к теме вернемся. Мы сейчас начнем долго выяснять. Это принципиальный вопрос. Это миротворцы важно. Должны остаться до соглашения о вводе международной миссии. Господин Чуря, согласитесь, пожалуйста, с тем, что сейчас в этой студии мы эту проблему не решим. Да, просто я объяснила, что есть разные подходы. Это важно. Но я объяснила, что есть разные подходы. Мы разделяем, да? Но, значит, эти понятия миротворцев те не разделяют, и поэтому воспринимают это так. Давайте вернемся к концепции. Я все-таки беру на себя такую роль, доказать вам, что все-таки разные этот документ. Я не теряю надежды. И на помощь мне приходят... Господин Чуря спорит. Ну да. И на помощь мне приходит самое главное — финансирование. Когда речь идет о деньгах, то многие вещи становятся понятны. То есть если президент предлагает, что мы должны заключить договора с ведущими мировыми державами, да, на то, чтобы они признали наш нейтралитет, и будет нам стоить это... наверное, перелеты и все остальные только, значит, моменты, связанные с этим, то очень интересно видеть финансирование концепции правящей коалиции. Я не пожалела времени, я посмотрела вот цифры, все это даже оказалось, что и они есть. Значит, что предлагает наша правящая коалиция? Ну, во-первых, они предлагают финансирование из государственного бюджета. Ни много ни мало, что государственный бюджет необходимых финансовых ресурсов для обороны. Выделение этих ресурсов должно оставаться, как вы думаете, кто это должен за это отвечать? Правительство. Все очень так вот, значит. Для этого, начиная с года следующего за принятие данной стратегии, увеличение бюджета будет производиться в соответствии с планом действий по реализации национальной стратегии. Я потом скажу, как оно будет происходить, значит, цифры конкретные. Впоследствии, исходя из национального приоритета европейской интеграции, Молдова будет стремиться к среднему европейскому уровню финансирования оборонного бюджета. Итак, два момента. Первое.
Нам четко сейчас говорят, что мы, господа, будем увеличивать расходы на нашу оборону. Вот я вспоминаю, как в этой студии гости со слезами на глазах говорили, что вот европейцы не дали нам денег вот сейчас, да, и дети наши страдают. И вот искренне говорили о детях, и я даже верю, что они переживают, потому что да, вот дети недополучат на детское питание вот эти, вот эти деньги. Вот, хорошие, сейчас я все расскажу. Вот, а теперь мы говорим четко. Каждый год мы будем увеличивать финансирование. Ну вот и загадочная такая цифра, смотрите. Мы будем стремиться к среднему европейскому уровню финансирования. Вот сколько среднеевропейский уровень финансирования от бюджета, господин Чурин? То есть я вам задал вопрос, а вы мне его вернули. Нет, я вам скажу сейчас. Я скажу вам, сколько у нас, а потом сравним с другими странами. Но они себе сейчас поставили задачу подняться хотя бы до 2%. Какой у них средний уровень финансирования, вот. Я не знаю. Но он, конечно же, ниже 2%. Там всего лишь несколько стран допрыгивают. Так вот, у нас на сегодняшний день, согласно последним, вот смотрите, в этом документе в этом году предполагается 625 миллионов лей. Это 31 миллион евро. Значит, после того, как вы пересматривали бюджет, уважаемый господин депутат, это 635 получается. То есть, в принципе, если разобраться, на сегодняшний день полтора процента у нас уходит на национальную оборону. Сегодня считали с депутатами. Понимаете? То есть я посмотрела, сколько тратят другие страны. И знаете, Германия сколько? Меньше. 1,2. Да. Да. Я не буду говорить Япония, все-таки это не европейская страна, тут у нас написано европейскому, да, уровню. Япония вообще 0,9. Там такие замечательные вообще вот были цифры. Я вот боюсь представить, как себе тогда они представляют этот средний европейский уровень финансирования? У меня есть определенное сомнение по поводу 1,5, мне кажется. Ну, посчитайте, вы возьмите калькулятор. Ну, я посчитаю дома, если позволите. Вы... Если в самом деле это 1,5, то это для европейского уровня, это выше европейского уровня. То есть вы понимаете, то есть, да? Да, и тогда как бы непонятно, почему они поставили вот для себя такой ориентир. Это... То есть были взяты, я вам сейчас добавлю, были взяты последние изменения. Да? Вот по бюджету, который принимали. Значит, смотрите, значит, в следующем году это уже 700 миллионов. 750 миллионов чего? Лей. А, я думала, вы о евро. Не путайте зрителей. Значит, на следующий год уже 700 миллионов, потом 790, потом 895, и к 2025 году уже у нас 1,465 миллиарда. То есть, понимаете, я когда вот увидела вот это вот все и поняла, что за это все будет отвечать правительство. То есть вы боитесь милитаризации, так, да? Так пишут. Нет, я ничего не боюсь, я просто читаю документ, и я анализирую цифры, и предлагаю вам сейчас, господа, вот как-то прокомментировать. Я нуждаюсь в этом комментарии. Господин Наваков, куда мы идем? Куда мы движемся? Это сверхоптимистичные цифры. Сложно комментировать вот этот, извините за выражение, вот этот бред. Ну как его еще комментировать? Ну, сегодня за это было проголосовано. Ну, а кто голосовал за это? Правящая коалиция. Я лично и мои коллеги по фракции не голосовали за это, но правящие... Понятно, что иногда... Правительство, парламент хотят доказать вообще, что мы можем сделать, ну просто... Они просто хотят доказать, что мы можем. Помните предвыборный слоган «Yes»? Вот это вот как там дальше было? «We can», да? «We can», да. Да, как-то так. Это было. «Mission impossible», но... Так. В принципе, они хотят... доказать, что вот у нас идет курс правильный, вот у нас есть стратегия, вот мы под это планируем определенный, скажем так, бюджет. Но я что-то сейчас вспомнил, как когда вот был саммит НАТО недавно, помните, как господин Трамп призывал другие страны вот поднять... До 4%. До 4%? Да. И еще упрекнули там Болгарию и кого еще там, еще одну страну, что они вообще не могут, скажем так, выполнять свои обязательства перед вот этим блоком. Ну, понятно, там любая страна, которая себя уважает, в первую очередь исходит из своих национальных интересов. Потому что Болгария тоже, в принципе, она... Венгры вот сейчас отчитались, что они досрочно, у них скоро 2%, вот они готовы кстати, уже. Венгрия вот отчитались, они сказали, ну 4 не можем, господин Трамп, простите. Господин Чуря, вот что это, как вы будете комментировать эти цифры? И вот теперь вы согласны, что различные подходы, да?
Ну, просто господин Дадон не давал цифр. Подходы не различны. А он не хочет. Бюджет, он хочет всего лишь международные договора. Президент не жонглировал цифрами, ему он дал просто видение. А в программе, в документы правительства, они им должны иметь и финансовые объяснения. Господин Чур, давайте, давайте не для вас, а для телезрителей я объясню. Все-таки президент не имел в виду, что он должен писать какие-то цифры. Он имел в виду, что международные игроки, да, страны, они должны признать законодательно наш нейтралитет. Это денег не стоит. Это просто простой документ. Это просто, здесь вот как, говорится то есть, о расходах то есть, а на оборону, говорится, потому которые что, мы что, должны найти да, эти деньги. Потому что а мы же должны тратить на оборону, или мы не должны. Секундочку. Постоянный, тратить, господин Чура, не путайте, постоянный нейтралитет, он не требует таких расходов, которые вообще... Господин Новак, иногда постоянный нейтралитет требует больших расходов, чем страна, которая является членом военного блока. Откуда это вы взяли? Например, возьмите Швецию. Там военные расходы очень велики, Швейцария, потому что они должны сами себя защищать. Велики, секундочку, велики по сравнению с некоторыми странами НАТО, которым не нужно тратить на оборону, потому что серьезно? Есть зонтик. Вы реально верите, что в Швейцарии, которая вот в Швеции, в Швеции, может вспыхнуть какой-то конфликт военный? Я не думаю, что там вспыхнет. Так от они этого тратят на оборону, потому логика. Что именно у страны нету врагов. Или... И страна даже не пытается тратить на оборону больше, чем другие. То есть вот им никто не угрожает, а вот они такие, вот они берут тратят. Ну давайте, тут про постоянный нейтралитет, кстати, очень интересная беседа. Обе стороны, в принципе, его трактовали позитивно, и господин Дадон, и в документе указано много. Кстати, в этом документе, в отличие от других документов, про постоянный нейтралитет говорится очень много. Там несколько абзацев, чего не было нигде. И это нужно признать, то есть нынешнее парламентское большинство очень акцентировало внимание на постоянный нейтралитет. То же самое сделал и президент. С другой стороны, мне, конечно, не понравилась трактовка постоянного нейтралитета в этом документе. У президента там все расплывчато, он говорит о том, что там все нужно отрабатывать, вырабатывать. В этом документе, который стал официальным, говорится, что дается определение постоянного нейтралитета, и она, кстати, отличается от того определения, которое есть в стратегии национальной безопасности 2011 года. Вот если вы прочтете то определение, которое, как мне кажется, более то четкое. Вот я у президента нашла. Постоянный нейтралитет Молдовы, говорит президент Дадон, это базовые условия национальной, энергетической, информационной безопасности, это залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания. Ну что я нашла? Да, но я сказал о том, что из документа, не определял. Людмила, из документа. Конституционный статус постоянного нейтралитета должен стать основополагающим приоритетом внешнеполитической деятельности государства, предполагающей выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами на основе взаимоуважения. Это постоянный нейтралитет говорит. Это базовое условие национальной энергетической и так далее. Да, это я прочла. Но это не определение. Это я прочла. А вот в документе указано, что постоянный нейтралитет означает, что Молдова не будет вести войну, вот это уже определение, на той или на другой стороне, не будет позволять другим блокам находиться здесь, армиям. И там еще один элемент. Вот в этом определении, к сожалению, оно отличается от определения 2011 года. Непонятно, знаете, почему эксперты дают разные определения. И это, с моей точки зрения, ошибка, это расплывчато. И это говорит о том, что наши эксперты, которые работали, не доработали этот документ, и он... Не последовать, он не вытекает из других документов, которые... Вот завтра в вашем выступлении на конференции по нейтралитету, я думаю, вы непременно об этом должны там, будете сказать. Да. И простой вопрос в завершение. Для кого это, для кого и для чего вот эта концепция, которая была сегодня проголосована в парламенте, предназначена? Господин Чурин. Ну, вот вы начали говорить, что это такой непонятный документ. Да, он для остается для непонятным, да. Не очень убедительным для меня, поэтому непонятно, почему он вызвал такой ажиотаж. Это неубедительный документ, но если вы прочитаете закон об обороне, то там написано, что для того, чтобы мы могли строить свою оборону, нам нужна стратегия национальной безопасности, стратегия национальной обороны. Вот у нас есть стратегия. То есть, стратегия национальной обороны исходит из стратегии национальной безопасности, да. А не наоборот. Да.
Но мы же не можем принять стратегию национальной безопасности, потому что президент ее убрал в 2016 году, и нету согласия между парламентским большинством и социалистами о том, какую стратегию национальной безопасности вырабатывать. Был же проект господина Тимофти, и он, этот проект был заблокирован господином Додоном, и все. Вот так, такой, если там написано непонятно, ну, что, и это в первую очередь не соответствует нашим национальным интересам, естественно. Я не критикую господина Додона, я говорю, что нету документа. Нету, его невозможно сейчас принять. А я хочу у вас такой вот нюансик выведать. Нового, верно. Смотрите, почему у президента в его документе, вот Турция — это первая страна, вот так и написано. Турция — это первая страна, которая могла бы признать постоянный нейтралитет. Почему Турция? Потому что они строят нам здание. Я не знаю, я отшучиваюсь. Но видно, что у господина Додона очень тесные связи с Турцией. Он хочет выстраивать очень тесные отношения с Турцией. Поэтому, видимо, он видит в Турции очень хорошего партнера. Господин Навак. Наш президент не только с Турцией хочет построить нормальные отношения. Он не раз высказался, мы не должны дружить с Западом против Востока и наоборот. А... Кстати, Турция член НАТО. И... Да мы в курсе, господин Чурин. Конечно, член НАТО. Еще вчера закончилось чрезвычайное положение. Вы знаете, что после, скажем так, так называемого переворота государственного, который был в 2016 году, летом, вот примерно в это время, оттуда убрали вот все американцы, убрали все свои, весь свой контингент, и в том числе и... Ну, давайте мы сейчас не будем бегать про Гюлена говорить. Я не про Гюлена. Я говорю, член НАТО, который поставил свои жесткие условия, в том числе в НАТО, руководствуясь в первую очередь своим интересом. Не согласен, так нужно поступать всегда. А у нас что делает? Мы вот именно вот то, что предложили сегодня, мы должны дружить с американцами против России. Вот это для телезрителей, проще говоря. Ну, явно взяли одну сторону, если честно, то в документе хрен коалиции не такой однозначен, как вам кажется, в других документах, которые я читал и ранее. Слушайте, этот хрен был намного виднее. Раньше вообще у нас вице-премьера в персоне Минонграда, вы тут сравниваете. Господин Навак, пожалуйста, вот для чего и для кого была принята сегодня правящая коалиция эта концепция? Я же сказал, эта концепция в первую очередь не для нашей страны, потому что она не была написана нашими экспертами и не руководствовались в первую очередь нашими национальными интересами. Поэтому я не побоюсь этого слова. Это было написано, скажем так, военными советниками США и передано через почту. Это на парламентских выборах как-то никак отразится? Никак. То есть не успеет народ это с понять. Этим документом на выборах не пойдет. На выборы а если не пойдет. Они, вот те, кто этот документ принимал, скажут, а мы вот, как господин Навак считает, поручение выполнили. Смотрите, какой документ признали. Написали, что вы самые лучшие, хорошие, мы тут на вас надеемся. Да? Так прямо и дайте написано. Денег. Там так не написано, не так все. Ну, написано, что надеются, да, вот там есть такие фразы Соединенные Штаты, мы надеемся, прям вот так и написано. Да. Есть такие слова. Сотрудничать надеются. Понимаете? А с Россией надеются решить Приднестровскую... На поддержку надеются, если бы сотрудничать, надеяться на поддержку. Ну, мне показалось, что это, да, вот, так и есть, на поддержку Соединенных Штатов. Мне кажется, что если сейчас будем говорить, мы все равно будем находить какие-то интересные моменты. Ну что сказать, мне кажется, что придется нашим людям, которые занимаются всеми военными этими делами, хорошенечко поломать мозг для того, чтобы понять, в итоге, что было проголосовано в парламенте. Согласен. И куда мы дальше с этим совсем будем идти. Благодарю вас за участие. Итоги, уважаемые телезрители, на ваших экранах. Ну как-то нечестно. Господин Чуря, а может быть потому, что господин Навак все сразу понимал, а вы ничего не понимали. В этом весь секрет. Благодарю вас. Телезрители дают оценку. Да. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю всего вам самого доброго и доброго вечера.